Всем привет! С Новым годом! С вами новогодняя рубрика «Не скучаем» и мы, Антон и Александр Аникеевы. Как встретили Новый год? Подарки Деда Мороза получили? У меня вот какой. А мне Дед Мороз подарил вот такой. Поэтому у нас настроение прекрасное. Сегодня мы вам прочтем стихотворение Агнии Барто в защиту Деда Мороза. Мой брат меня он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал: в него не верь. И тут сама открылась дверь, и входит Дед Мороз. Он с бородой, в тулуп одет, в тулуп до самых пят. Он говорит: а ёлка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит обсыпанный снежком. С пушистой шапки дед, а старший брат твердит тайком: да это ж наш сосед, ты что не видишь? И нос похож, и руки, и спина. Ну что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она. Всем пока. Слушайте все стихотворения вместе с МТС. С Новым годом!